Необходимо открыть новую эпоху китайско-французского сотрудничества и написать новую главу в построении сообщества единой судьбы человечества. С таким призывом выступил Си Цзиньпин на 6-м заседании Китайско-французского делового совета в Париже. Через 2 месяца в Париже стартуют летние Олимпийские игры. Олимпиада – это символ сплоченности и дружбы. Давайте будем и дальше поддерживать нашу дружбу и притворять в жизнь олимпийский девиз – быстрее, выше, сильнее, вместе. По словам лидера КНР, на протяжении 60 лет Китай и Франция ведут взаимовыгодное сотрудничество, что положительно сказывается на отношениях Поднебесной с Европой в целом. Этот союз очень важен для стабильности и процветания всего мира. Си Цзиньпин предложил совместными усилиями решать глобальные проблемы, укреплять координацию в ООН и продвижение реформы Всемирной торговой организации. Лидер КНР также призвал активизировать усилия по борьбе с изменением климата.